Самая большая ценность нашего государства – семья. И все те социальные гарантии, морально-нравственные и этические формы поддержки, которые сегодня в Беларуси ей оказываются, обсудили за круглым столом. Встречу организовал социальный центр социального обслуживания населения Октябрьского района Гродно. В диалоге поколений участвовали и те, кто совсем недавно создал семью, и те, у кого уже большой семейный стаж. Представители органов власти и депутатского корпуса. Обсудили не только роль государства в развитии института семьи, но и то, какую поддержку оно может оказывать на законодательном уровне. У нас же есть такая белорусская пословица, да, плох тот родитель, который не дорастил своего ребенка до пенсии. Ну, вообще, на самом деле, это традиция крепкой семьи, поддержки всех членов семьи друг друга, это наша белорусская национальная черта. Но благодаря тому, что в нашей стране постоянно поддерживаются семейные ценности, и на уровне Конституции семья вынесена как одна из главных наших ценностей нашего государства, преемственность поколений опять-таки рассматривается как основа культурного кода нашего общества.